19 марта 2023 года. Первый облет пчел, видимо, я пропустил, потому что погода уже была теплая, правда, снег лежал, но я не добрался до пасеки. А сегодня вот уже так солнце пригрело, 11 градусов должно было быть, несмотря на термометр. Вот пчелы летают очень активно. Ну, не все, но летают, эти пока спят, видимо. Еще первая половина дня, поэтому воздух прогреется больше и будет еще теплее. Я думаю, еще побольше пчел должно вылететь. Немножко литки приоткрыл им. Что-то вот эти, в прошлом году такой сильный рой был, а сейчас пока не видно еще. Это ППС, пока не слышно их. И здесь. В Швейцарии тоже пока молчит, наверное, в углу стоят, может тут прохладнее. Так, я очень переживал вот за этих пчел, этих осы долбили, маска была новая, но вроде как перезимовали. Хотя злюки. Сегодня самые первые проснулись вот эти пчелы. Это рой тоже хороший был, пока спит. Тут пока слабенько. И здесь вот как-то поношен улей. Мы посмотрим, что здесь будет. Заслонку в снег воткнул, чтобы помылась. Ну вот как-то так. Так, а сейчас этих нужно переехать. Мне их нужно перевести. Пока я их закрыл, они просочились где-то через дырку. Этот улей, наверное, придется менять уже. Но хочу их переставить вот туда, в серединку.